Вы давно в Колорадо? Так, дочка, 13-м году я приезжала замуж. Я приехала, когда родилась внучка, в 16-м. Ну, вот приехала на понянчить, я и... Нянчите до сих пор. Да. А вы уже вторая родилась, да? Это лет 8 и 6, наверное, да, у вас? 8, да, я уже гражданство. У нас 1,8 будет, а 1,5. Лук тоже голубой, естественно, рядом они с щавелем. Ну, восточно. Мы, наверное, возле не той горы живем, я думаю. Давайте хоть несколько кусок клубники. Какие потрясающие цветы. Екатерина говорит, они все лето цветут. Красиво очень. По-украински барвинок, что ли, как называется, кто знает. Так мне понравилось, что вот таким вьюном закрывает всю землю, и такой вот он голубой, красивый. Виды, конечно, тут потрясающие. Екатерина сказала, что вот до сюда прям лес был, а здесь все вот они 5 лет назад сделали огромную работу, все тут вот красиво как. Деревья фруктовые, вишни, персики, груши, яблони у них тут все есть. Вот цвет непосредственно. Так, лука нам дали. Приехали за малиной, нам вот лука. Лук выкопали. Это вот малина. Ой, это клубника. Клубнику сейчас нам тоже она дергает, Екатерина. И вот, вот лучок, да, и щавель еще нам повыкапывала. Малина прям молоденькая. Два, как там она, на рине. Не буду говорить, не вспомню слово. В общем, 2 раза в год плодоносит в июле и в сентябре. Вот такая вот малина, желтая, желтая. Приехали за желтой малиной. Такой вид потрясающий, видите? Как сумасшедший закат здесь. Или с Джеффом там на улице. Ой, какая... Ой, какой запах! На меня ветер пошел. Боже мой! Какой запах. О, привет от внучек. Ой, как пахнет. Просто потрясающий. Вид какой красивый. Это дубы вот эти, которые вот тут. Дикорастущие? Ну вот это скоблук, который цепляется, они же ужасные. Это я вот тут почистила. Ой, как красиво. Какая красота. Какая красота. Бог мой. Боже, какой запах. У меня в Беларуси была аллергия на вот вообще на цветение, на все. В Колорадо приехала, у меня как рукой сняло. Я наслаждаюсь сейчас запахами. Это вообще же, это у нас очень пахнет. Климат здесь хороший в Колорадо, нам очень нравится. Да, очень, очень. Постоянно, да, и нет хмурых дней, да, да. Нет дождей. Ой, как красиво, как пахнет. Так, мы в дождь выбегаем с девочками на улицу босиком. Господи, кто там? Ребенка, а что не взяли ребенка? Ну, нет, мы просто подумали, ну как вам? Неудобно, да. Там неудобно. Мы иногда приезжали, встречали наших людей тоже, которые такие уже, знаете. А это есть такие. Да.
приехали в русский магазин, сегодня в Black Sea Market, в Черное море. Давно здесь не были. Снимать не буду, потому что я буду собакой занята. Покажу только, что мы купим. Дома. Дома расскажу, покажу. Приехали мы домой. Начнем с русского магазина, так скажем. Ну, все с русского магазина. Три большие шоколадки. Вот такие вот. Две милки и еще одна какая-то. Это нам дали в подарок. По 300 грамм получается. Да, 100 да, грамм да, шоколада в подарок дали. Больше даже получается. Да. Но... Вот это просто вообще. Огромную сушеную щуку. Щука вяленая, потрошенная. Вот эта щучка завесила на $75. Вот такая вот щучка. Да. Это одна из самых дорогих покупок. Ну, мы решили. Один раз живем. Почему бы себе не побаловать? Взяли сушеную воблочку уже тоже. Но она уже разделанная. Да. Ага. Вот это вот, по-моему, в районе $15 стоило. Это обрези. Обрези семги копченые, да, подкопченные. Угу. 8,99 она. Очень классно, вкусно. За паунд вышло $11.40. Белый амур. Мы не пробовали. Да. Получилось... Ой. $6. За $6 вот такой белый амур. Будем пробовать. Ага. Мойва подкопченная. Вот сейчас. 11.33 цена. От запахов. Да. Это у нас корешка. Корешка уже готовая. Обжаренная. Да, 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 да. Также взяли мы 6 паундов. По-моему, 6 или 8, я точно не помню. В общем, паундов. Вот два больших пакета. Да. Ой. Приблизила, как вообще близко. 8,99 за паунд она идет. То есть, ну, долларов 40 за эти два. Замораживается уже. Да, нужно сейчас морозилку. Да, ну я думаю, что надо половину еще прожарить. Это совсем мало, что на всех. Посмотрим. Только все хочется попробовать. Хорошо. Так, детям взяли корочки. Илюшка выбирала корочки. И без семян, сухарики, да. По 99 центов за пачку идут они. Да, 4 штучки. Две баночки шпротов в масле. По $4 они. Угу. Также две маленькие палочки сервелат. Российские. По $9.50. Угу. Сало белорусское. Белорусское с прослоечкой. Да. 28.59 долларов. Вышел, да. И сало украинское. Такое белое, без прослойки. $9. Пряники, которые пряники уже $4, Элеонора да, начала жевать. Тоже 8,99 полкилограмма семечек от Мартина. Угу. Маслица обязательно нерафинированная. С душком. Да, $9 цена. Два плавленных сырка по $3. Сумасшедшие цены. Еще один плавленый сыр $5, как на маску уже идет спред. Угу. Огурчики. Огурчики малосольные баночки, огурчики бочковые. По-моему, они по $6 идут за баночку. Ага. Я опять обойду вокруг. Ага. Это эстонский сервелат. Эстонский сервелат. Вышел он нам на $25.83, $26 за палочку. Да. Да, положу. Так, это у нас, как нам сказали, анчоус. Ну, это больше мини-мойва какая-то вяленая. Белорусская. Подкопченная. Да, сделано в Беларуси. Все, вот две штучки. $8. По $8 каждая. Это Дима. Грудинка. Взял большой кусочек уже, да, он зависел там что-то в районе $20. А салтисона не было, да? Не было салтисона в этот раз. Угу. Ну, ничего, ничего. Два хлебушка по $6 за хлебушек идет. И в итоге все обошлось нам. Все обошлось нам в $363.15. Так что как-то так. Вот такие вот вкуснятины взяли. Сейчас будем все пробовать, дегустировать. Наслаждаться. Наслаждаться. Джефф, а ты что думал? Я только проснулся, скажи, меня мама гладила. Мама меня гладила, 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 гладила. Так, все, сейчас сделаем. Здесь еще солнце, конечно, будет. Там это шкет. Сейчас мы пока контейнеры. Так. Сейчас все подготовим с тобой, да. Ай, ты мой Поливалкин. Ты-то мой Поливалочкин. Лебедочка Настя проснулся. Ой, у нас же вторая, которая вишенка. Дай Джефик. Во. Вот наша вишенка вторая. Вся, да, во. Во-во-во. Получается, все раз, два, три, четыре, пять. Все пять видов
Один, два, три, четыре, пять. Да, какие-то больше. Вот эти вот вообще прям распустились, да? А вот этот вид меньше. Вот если вы не помните, вот мы купили гибридную такую вишню, привитую разными сортами. Тут вишня и черешня. Вот мы взяли такую. Джефик не стоит. А эта, которая первая у нас, такая вот прям вишня. Вот она такая. Вот она вот-вот. Вот-вот-вот-вот. Сейчас вот. О. Вот-вот совсем скоро. Вот буквально завтра. Вот видите. Очень много. Прям очень-очень-очень-очень много. Это другой сорт. Но я так понимаю, все-таки это вишня. Ну, вернее, это именно вишня. А это все же, я думаю, это черешня разные сорта. Кто там, папа? Папа сказал, иди, не мешай. Ничего не сказал, там шанс. Что? Что папа ничего не сказал, папа? Там кочегарить, как я не знаю, 38. Ну так у нас реально тридцатник это днем. Но... Ой, днем. Это утром было 30 градусов. На солнце все 35. Да, зайка? Что у нас, Петруха? Петруха здесь Петруха уже, да? Петруха, да, Петруху оставим. Петруха, 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 Петруха. О, отлично. Сейчас мы будем снимать слои земли. В общем, решили, решили мы оставить огород. Не знаю, на верхний, на нижний, если что, нижний брать можно будет, а верхний оставить. Как раз столбы станут, если я подпергал, говорю, здесь нижний, если уберем, здесь столб, там столб, а верхний мешать не будет. То есть я предлагаю на верхний посадить. Все, что есть у нас? Чтобы не пересаживать, да. Давай, хорошо. Во-первых. Во-вторых, там, видишь, тенек раньше появляется на верхней части. Да. И так подгорать будет. И выведено у нас полив тоже на верхнюю. Ну, можно ее куда хочешь протягивать, но проще на верхнюю, естественно. А давай, слушай, так посмотри, здесь земли-то как раз совсем ничего. Давай, может, сейчас мы и уберем ее? А тут раскручивать надо, здесь сильно очень много скручено. И жара такая, я сейчас сгорюсь. Не, может, уберем сейчас, посмотрим. Не прямо сейчас, когда солнце у нас уйдет. Потому что, смотри, здесь практически в уровень. То есть земли здесь особо и нет. Посмотри. Не вижу препятствий. Единственное, у меня здесь сетка все заделана. Хотя это я все перенесу сейчас, столбики забью. И сетку можно будет подальше протянуть, получается. Ты показала наши вишенки? Да, только что показала. 50 сантиметров у нас добавится. Вот для собаки, для нашей, которая сено жует. Ну, собаки, плюс пергола, плюс топчанчик, тут банька, там сауна. Вот здесь, кстати, я посмотрел по размерам. Где? Сам раз тут квадратный. Вот он квадратный, смотри. Что там придумал? Вот, от угла, где заканчивается окно бейсмента. Ага. Вот так же по прямой, ага. И сюда, получается, ровно на... Сауну? Квадрат. Ровно на сауну, где человек полностью ложится в полный рост. Вот то, что как-то мы с тобой смотрели, да. Которое около 3000 да, стоит. Уходит. Именно да. На электричестве работает, и камни там, ну все как надо. Что, будем готовить себе подарок на Новый мне год? Мне это место очень нравится, да. И плюс там мы сможем сторожа поставить, ну как мы хотели. Ну, то есть с той стороны. Там будет вход именно для сторожей. Здесь будет вход для пергола, для заднего двора. А здесь будет закрытый. Ну, согласна, мы все равно этим не пользуемся. Да, вообще мы здесь пока не ходим. Ну. Филя. Филя, помолчи пока. Сейчас не об этом фильм. Ну да. Слушай, ну да. Да? Сейчас его Джефф будет его пасти. Дима, 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 Дима. Джефф, нельзя. Скажи, чтоб Джефф ему не мешал. Что это котик, что его нельзя трогать. Джефф. Джефф, нельзя. Дай... Джефф, ко мне. Джефф. Джефф, ко мне. Он не понимает, что Филе тоже надо насладиться. Вот ему хочется почесаться. Вот. Вот, боже мой. Дима, Дима, Дима. Филя. Да не Филя, а Джефф, да. Филя там с Чаком. Чак, ты смотришь, да мяукает. Ты мяукает. Нельзя, Джефф. Нельзя. Нельзя. Филя зашипел. Джефф. Дима, открой Фильки назад. Филя хочет погулять. Филя уже не очень хочет, по-моему. Слушай, ну ты прям место нашел, ты молодец. Я даже не думала об этом.
Я просчитала. Смотри, мы здесь плиточкой как раз выкладываем. Вот тут вот, да? Тропиночка. Ага. Чтоб зимой, летом вот почистил, вот. Попарился, здесь снежок упал, вишенкой закусил. Пергола здесь стоит, все. Это называется, используем наш бэк-ярд на 110%. Слушай, это да. А здесь как? Вышел с баньки. Я только хотела сказать, что не там, а вот рюмочку здесь. Дима, вот рюмочку из кухни взял. Вот здесь, да. А здесь поднял, все. Если дождь не ожидается, можно поднять. Дождь у нас ожидается крайне редко. И это тоже прислонить к, да. Да, к дому. О, какая! Пару дней, да, поперла. Это новенькая. Как в теплице, да, видишь, она идет. Джеффа! Джефф! Джефф, открой, Эля, открой. Джефф, не смотри, какая тут травка есть. Свеженькая. Свеженькая. Сейчас полив включим. Все сегодня любят травку. Да, и у нас тут сразу зазеленеет. Вирусики пособираю, пока что лично не занимаюсь. Держи. Я не знаю, кто где-то кто-то... Кто думала, в телевизоре как будто кто кричал, но нет. Ой, а, Эля, у тебя телевизор, да, включен? Нет, нет, у меня соседи. Да. Да. Чекуся у нас. Шептун. Ой-ё. Теперь уже надо. Ух. Открой. Эль, Сонь. Фу. Как тебя зовут, господи? Эля. Эля, открой, пожалуйста, створку. Просто, ну вот сетку открой. Все. Кто хочет, тот уйдет. Нет, чуть пошире, потому что Филя может не влезть. Кстати, спасибо. Здесь получается пергола, здесь два дерева, да. Травка побегать, камнуна, да. И там попал подвенчик. И его, и одна верхняя огород. Да, эту нижнюю уберем, все будет, да. Краса. Да. Я шарик доставала. Мячик. Мячик. Это мячик, между прочим, для вкусняшек. У него надо вкусняшки запихивать. И вот это очень... Да. Это очень классная забава, надолго занимающая питомца. Джеффа! Ой, ой-ой, зай, прям вся пылюка на тебя. Да, ну что сделать? Будем мыться. Мой додыр. Да? Песочек шикарный. Сундук какой-то. Слушай. Прикинь, сейчас клад найдем на огороде. Ставишь мою фотографию на заставку с лопатой. Я тебя уже сфотографировала. Напишешь. Ищу клад. Сейчас металлоискатель там кто-то лежит. Мячик папе принес, да? Где мячик папе? Да, не подходи, принес. Хорошо, сейчас, он же тебе... Хорошо, ухожу. Пау-пум. Вот так вот. Ну, гулялась принцесса. Набегалась. Ага. Итак, друзья, продолжаем нашу рубрику «Вести с полей», потому что пришла весна. Поля начинают работать, как говорится. Вот как красота получилась. Да. У нас из двух полей осталось одно. Поле. Вот одно у нас на вывоз. Кому нужна чернозем, лучшая земля с помидорами, приезжайте, забирайте. Сразу черри даже сажать не надо будет. Там. Черри, что у нас там? Петрушка. Ну, еще может свекла, там морковка выйдет. Ну, в общем, вот. Да. Шуточки в сторону. Красота получилась. Да, оставляем мы один огородик. Оставим... Камней уже тут все. Докуплю я шланжики для автополива. Думали, что мы демонтировать, я их снял. Угу. Кстати, они у меня там лежат, может, я подсоединю одному и хватит здесь автополива. Что у нас по рассаде? Так. Взяли мы 10 кустов, как она правильно называется? Желтой малины. А еще слово ком. А, в общем, та, которая плодоносит два раза в год. Да, да, да. Да, репеллентная? Да, репеллентная. Вот, 10 кустов сейчас будем сажать. 10 кустов малины. Желтая малина. Желтая малина. В Америке, посмотрите. В Америке. У кого есть? Я вчера была суббота, мой рабочий день. Я убила своих американцев на работе. Они не знали, что существует желтая малина. Дима нашел, потому что на Фейсбуке наших людей. Цена взяли мы по $5 за кустик. Да. Вообще, и Надежда, у которой мы взяли, большое спасибо ей. Да, ехали мы в кассовый рог. Она взяла в питомнике. Она сказала, да, американцы не знают, что такое желтая малина, покупала дали в питомнике. Дали нам на пробу бесплатно 3 кустика
Она потому что нам предлагала, а может вы возьмете, у нее такое все красивое. Да. И вот нам захотелось тоже. 10, это все бесплатно, я говорю. Кустиков 10, лучок, который идет на перо. Это не да, на... зеленый именно. Да. Угу. И... щавель. Щавель на супец. Сейчас мы все посадим, завтра будем снимать урожай первый. Так, а, земля, земля. Да, земля? Дальше. Так, рассказала также Надежда нам о том, что... Как нужно, значит, что делать? Зеленый лук, перо и щавель она в Walmart'е покупала. Вот этот синий пакетик с землей. Она такая более... Да, легкая. Легкая. Легкая земля. Да. Легкая для клубники, по-моему, да? Нет, легкая для клубники идет исключительно такая тяжелая, вот эта вот желтая. Twice as big, да? Да. Для малины идет 50-50. Так ты рассказывай, пока лунки начинают. Хорошо. 50-50. Для малины идет желтенький и синенький, голубой. И для лука и... Что это, Дима? Щавля? Да. Идет исключительно голубенькая. Вот это вот. Все, Дима съездил, закупился. Все, сегодня. Сегодня утром ездили, сегодня утром и русские магазины. Вообще день какой-то сумасшедший длинный. Ездили по таким красотам, вы уже увидели. Да. Я старалась наснимать. Надеюсь, все снялось, потому что телефон даже перегрелся. Да, у меня телефон. Лёгенько, ну да. Что? Все, ребята, такое удовольствие получили. Вообще, не передать словами даже. Я не думал, что я такой огородник, но мы перешли на профессиональный уровень. Да. Итого у нас 12 кустов малины. 13 получилось. Один такой двойной, получилось 13. 9 клубней лучка. Зеленого именно. Да, вот 3 кустика. Я не знаю, сколько их там. Нет. Много, естественно. Ну, это не почет, не поддается. Как бы 3, на самом деле, наверное, 33. Щавель, да. Да, щавель. 3 кустика малины и петрушечка. Клубники. Вот, клубники. Через... от этого всего мы избавимся. Не переживайте, у нас тут красота будет. Все, можно будет ходить, все красиво. Естественно, избавимся. Да. Ой, зая, меня поливает. Да, ветерок, ветерок. Да, 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 да. Так что вот. Очень рады, так что с Богом, пускай все растет. Уверена, ну, просто на 100%, что все возьмется, потому что Дима имел опыт в Шотландии. Шотландия, помимо того, что он сажал и убирал клубнику. Собирал, да, он еще и сажал. Это пока в университете учился, да. Да. А в Англии... Нет, тоже в Шотландии я малиной занимался. А в Англии я салат уже делал, сажал и собирался. Ты малину сажал в Шотландии, а клубнику ты сажал? Сажал тоже в Шотландии. Ага. То есть малину, клубнику и салаты ты сажал? Да, и картошку еще мы занимались. Картошкой, джемы делали, чем там делали. Короче, фермер уже многие года. С опытом. Да. Да.